я срочную службу не служил, просто, ну, да не получилось, вот сейчас как есть возможность, патриот России, деды все как бы воевали, ну вот тоже хочу пойти к ребятам, хочу пойти служить, и все, ради вот мамки, чтобы спокойно, ну не знаю, как вот, для родителей, чтобы увидели, ну не знаю, да и всю жизнь хотел вот просто, пока вот есть возможность, надо и вот идти, и ребят поддержать тоже, все там, а я тут что ли. Нашей стране обязательно нужна такая поддержка, потому что там все служат, ребята, чтобы к нам в дом лишний раз никто не пришел и так далее. Президент Югославии что сказал? Надо соединяться Россию, Украина и Белоруссия. Если вы будете вместе, значит, у вас будет все хорошо. Если вы будете отдельно жить, значит, вас нападет. Нападает Америка, Европа. Вот так и она вышла. Вот как он сказал, так и вышла. Я еще раз повторяю, мы не воюем с Украиной, Украина наш братья, мы все братья были. Мы сейчас воюем с американцем, воюем с Европой. Еще раз повторяю, да здравствует Россия, да здравствует Путин.